«Модерн в облаках». В Самаре стартовал амбициозный проект, который еще раз напомнит жителям и гостям города о его самом знаменитом стиле. Всего в небо над областным центром поднимутся 18 шаров рядом с известными архитектурными памятниками. Как запускали первый из них? В материале Кирилла Козина. Поднять модерн к облакам – серьезная задача. На то, чтобы надуть шар, уходит только час. Диаметр воздушного объекта – 4 метра. Каждый закреплен за каким-либо памятником архитектуры в стиле модерн. Мы и таким образом ревитализируем городскую среду. То есть мы привлекаем внимание к этим памятникам. Соответственно, мы и оживляем их и функционально, то есть, потому что суть проекта в том, что мы связываем их и единым маршрутом. Запускают модерн в небо по ночам. Если не вмешается погода, все наполненные гелием шары займут свои места в воздушном пространстве над Самарой уже к началу следующей недели. У каждого объекта будут установлены, уже установлены пюпитры. На них располагается основная информация об объекте. Можно ориентироваться на шары и переходить от объекта к объекту, а можно посмотреть по карте. Воздушными объектами проект «Модерн в облаках» не ограничится. Накануне и в дни проведения футбольных матчей на Самара-арене у 6 архитектурных памятников разместятся творческие площадки. На них выступят музыкальные коллективы, уличные артисты, танцоры и художники. Кирилл Козин, Дмитрий Алатырцев. Новости губернии.